Приехали, 1000 мелочей, вот там магазинчик. Все. Мелочей нам надо. Пластмассовые там бутылочки. Наташа шампунь перемыть. А мне для класса. А мне для класса. Ох, какие ступенечки. 1000 мелочей. А, вот баночки такие. Они закручиваются как? Вот это не закручивается, вот закручиваешь крышку. А, вот закручиваю. Вот тогда по 28, давайте. По 28, 15. Вот эти хорошо, они стоят плотно, видите, квадратом они плотно. Не столько нам это. Да, эти, господи, попроще. Ну да, у кого чего. Кому кто чего? Как любит красоту, да? Да, и кого? Что-то разлили, шторы. Кто-то покупатель. Топчемся. Угу. Ой, сколько мелочей, правда. Ну, там напротив, первый шкафчик. Девочки, у вас есть бутылка с дозатором? Вы шампунь взяли. Ну, правда, 1000 мелочей. Таких же нету, они закончились, дорожный набор, да? Да. О, видишь, как оно не вовремя. А бутылки закручивающие? Монетку по 131. А бутылки закручивающие? А бутылки, может, спросить? Под квас. Нет такого, да? А, там хозяйственные еще есть. Много чего есть. Ну, Наташа, в другой магазин поедем. Ну, другой, так и такой. Того, чего нам надо, тут нету. О, засохла клумба. Идем. Тогда идем в другой магазинчик. Поехали тогда в другой. Нету пруда у нас. Какой-то другой поехали. Так, думаем. Говорим, что думаем, что говорим. В статусе пишут иногда так. Так скажи, когда я тебе мешаю, я ж могу не знать. Аллея труда. Аллея труда? Вот аллея труда, видите. Аллея труда. Развернемся по ней. Посмотрим, сейчас будем работать. Центр упаковки, сейчас попробуем там развернуться. Центр упаковки. Да, скорее всего, там бутылки должны быть. Посмотрим. Сейчас только из-за этой мелочи сколько накрутить надо, да, Наташа? Не, ну вообще, вот даже вот выйдешь из дома, тудым-сюдым, вроде быстро, оно получается быстро. Ну вот, я дома даже. В час выхожу, в 4 прихожу. Ну ничего такого, я там не меряю, там не хожу долго по. А вот в 2-3 магазина зашел, все. И это аллея труда. Да, мы развернулись просто здесь. Ага. Разделяется островком. Островком. Газончиком таким. Сосеночком. Бедные сосеночки. Да, все их спилят, там новые сажают. Пока это они вырастут. Долго растут. Ну, все это уже от старости. Да нет, у них и за счет. Ну вот это может отстать. Ну от питания. Да, все, от вода, это вот страдали они от влаги, недостатка. Да, выходим, да? Упаковки, да. Урна полная, ну. Идем.
открыто. Ох, какой запах. Здесь сейчас глянем. Вон витрина. Вот. Да, все, поняли, спасибо. Все, купили бутылки. Там музыка в магазине. Стой. Нифига себе. Даже шурупа не гвоздь. Во, вытащили. Вот так вот эти. Наташа с подошвы. Ёшкин кот. Вот так вот и резина протыкается. Да, да, да. Только крупнее, если. Вот да, сюда. Они такие протыкаются. Ну. Купили бутылки. Бутылки, бутылочки. Да привезет он, не привезет. Сейчас начнет собираться, забыл. Или Оля скажет, вы это хоть думала, что есть. Да, да, возьму. Положи дочь еще. Я у тебя волос тут уберу, погоди. Все. Поехали. Во-первых, в этих бутылках лучше, они закрываются лучше, защелкнутся, и кваса ничего не будет нигде. А эти могут просочиться, которые были. Ну, поехали, что-то развлекалась, что я развлекалась. Поехала, чай пила с блинами. Хорошо, когда блинчики есть. Позавтракал и пошел. Ну, я еще печенюшек нажарила, Наташа. Напекла. Нажарила, это значит в масле. А мы в масле летом не едим. Жирно. Это все, это аллея труда? Все, мы едем по аллее труда. Так. Труд облагораживает человека. И куда? На Мира и вернулись. И проспект Мира. Нисколько не хуже Ленина. Тоже столько полос. Широко. 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 Широко страна моя родная. Широко, широко. Ух ты, какой вензель там наверху. Серп и молот. Лепнины тут достаточно. Искусство. Прямо искусство. И балкончики еще старые остались. Тоже с такими бутылочками. Да, магазин там такой тяжелый запах. Вот так целый день там женщина торгует. Дорого, просто дорого у меня, да, да, да. Очень дорогая. Думаю, тогда нам надо воскресенье. Ну, давай дойдем где-нибудь. На Цуме встанем сейчас. Ну и пройдем. А сюда будем переходить уже. Вот этот универмаг? Да. Угу. Универмаг. О, для детей тут возле универмага. Развлекаловка. Пока мамы в магазине, дети могут тут развлекаться. Да ну ты что, оставлять? Ну больших-то можно. Уже случаи такие были с этим. А? Ну ты как хочешь, как? Сейчас сначала туда, то потом забудем, а потом в сон пойдем, если что. Зеленый, полдороги успеем пройти быстро. А мы зачем? Мы бегом. Полдороги нет. Да ты чё? А еще стоять будем, что ли? Ну, конечно. Ты чё, побежали? Ну, да. А чё, посередке стоим? Да, здесь островок специально. Половина прошли. Здесь машина не заезжает. Ага. Огородили нас. Мы можем пройти, пока никого. Нарушить? Свистка не будет нам? Да, перерыв небольшой. Потока машин. Идем дальше.
Пойдем. Зеленый. Ой, опять птичку задавили. Ой. Заразы такие. Ну, маленько пешком пройдем. Да все стоят с плотничком. То ли это в магазине, то ли это... Работники. Дома. Нет, не работники. А жильцы. Ну да. Встать даже не смогли. Сонвэй. Очень дорогой Сонвэй. Магазин. Нет, Сонвэй. У меня карточка была где-то. Много чего. Ну да. Мы знаем, что все подорожало. Перчатки тут. А это надо для туалета. Сенокс. Или как он? Санокс. Санокс. Мыло всякое. Мыло хозяйственное. Дневская косметика. Мыло для стирки. 138 рублей. Вот такой кусок, но их несколько. 138. Для туалета взяла. Чего только нет, в мире не хочу. Ну, краска. Это мы краску здесь брали, нету. Бальзам для ног. Нету тут краски. Или там брали. Нет, здесь совсем нету. Мицеллярная вода. 441 рубль. 600 от литража зависит, сколько здесь. О, Наташа в аптеку пошла. И надо купить крем от загара. Видишь, мы такие, хотим загореть, и чтоб не сгореть. Чтоб все было как надо. А я немножко, может быть, выпью, отопчусь. Не хочу в аптеку идти. Вирусы собирать в аптеке. В аптеке больные люди ходят. Я не люблю в аптеке ходить. О, какое здание, какое красивое. Тенек сейчас встану, а то на солнце-то. Машин встать негде. Аптека. Ну, вроде все, что хотели, купили. Сейчас только продовольственный. На самбере сходим. Нам надо томатная паста. Хочу рыбы. Я же кижуча привезла. И забыли, замороженный лежит. Там стейками такой. И надо было замариновать, давным-давно съели.
Ну, на два пакета, один пакет сейчас сделаю. Надо пасты томатной. Морковка есть. Подливчик сделаю томатной пасты, морковочка. Зальем, протушим. Сначала обжарим эти стейки. Потом протушим. Пивоварни, самогонные аппараты. Вот, надо нам пасты. И собачке надо варить еще овсянки, хлопьев купить. У нас возле дома в магазинах хлопьев овсянки нет. Все, Паша все на неделю заготовит, чтобы... Я могу возле дома только муки купить, допустим. Сахар, мука, соль, такое. Ну, за неделю у нас тут все есть. Муки, правда, если... Да я у меня еще пачка муки. Наташа печенье напекла утречком. Сказала, что возьмет. Но раз возьмет, я рада стараться. Рада. Ну, правильно, и Владюша брал немножко печенья, потому что мало ли там, ну, правильно, там и столовые есть везде, и кафешки, и все. Ну, вот так вот можно просто пожевать между приемами пищи, как говорится. Наташа! Наташа, прошу ручкой! Вышла я все-таки. Ну все, поехали в другую аптеку здесь. Не было крема, какого Наташе надо было. Чтоб не сгореть. Защитный крем. Не сгореть, а ультрафиолета. Ну, защитный. Ультрафиолета, да, от вредности. Ну, как-то я так... И тоже, как вроде бы, казалось бы. Ох, комар летает. Значит, поехали в другую аптеку. Засранец комар. Не могу поймать его. Что, может заехать на рынок? Давай заедем на рынок. Тогда сейчас развернемся. Ага. Раз мы в этом краю, надо заехать. Может, я тебе салатику сделаю с капустой. Чего? Чего? Сейчас будем обедать. Чего, собираете, тета? Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Голуби, сколько их давят? Ну, пройдусь, гляну. Может, хороший помидор возьмем на еду? Хочешь, возьми. Там не очень. Если тебе надо, возьми. Ну, помидоры поскольку. Ну да. Почем чесночок? 40. 40. Дешевле, чем по 200. Вот если две возьмете, тогда поставим 80. Ну, на 20. Почем чесночок? По 40, по 50. Смотря сколько брать будете. Ну, я бы взяла. Все по 40. А это все у вас? Ну, здесь все, да. А, ну... Вот эти. Да, дома понятно. Почем? 250. Угу. Вот эти по 200. Кушайте сами, наверное. Почем картошечка? 300. Вот это ведерочко, да? 3,5 килограмма там. Угу. А пакетик 8, ой, это 2 килограмма, да? 2 килограмма, я вижу. 160. 5. 5 нами ничего, что ли? 160, я ее дешевле продаю. Дешевле. Молодая. Молодая, конечно, вот и вся. Вот и вся, что вы считаете. Да, я молодая, мастер. Потому что, ну да. Все вот по 40, молодая, конечно. Чесночок почем? 80 рублей. Сколько? 80. Всех по 40, по 50, у вас по 80. Молодцы. Загар
Что, ведро? Вот это? Да, это возьмем. Да. Все, сейчас начистим вот это, сварим. Давайте то и то мы заберем. Ага. Огурчики почем? А. Я возьму, сейчас пройдусь. Ни у кого капусточки нету, да? Тихо ходим, да? А червяки едят быстро. Да, это да. Чесночок почем? Этот 50, это 30. А что, ярмарка еще не ушла? Вроде как до 7-го они сказали. А чья ярмарка? Белорусская. А, как обычно. А, голубичка. Почем? На голубичку. Созреть, сахар в крови понижает, кровь чистит, поэтому заморозили. Этому дорого. Да. А уже можно хрен копать, да, по идее? Почему нельзя? Ну, точно, мы осенью как-то раньше копали. Почем картошка? 100 рублей килограмм. Угу. Так, ну мы взяли, мы вроде бы взяли. Угу. За капустой пришли, капусты нет. Вот хорошо, написано, не приставать, ничего. О, теперь я площадь проспект Ленина узнаю, да? Шпиль-то торчит, я что вижу, значит, Ленина, ура! О, заехали в частный базарчик. Бабушка 85 лет стоит, как девочка. Не, ну честно, ну видно, что ну, она стройненькая, ну, шапочки. Ты уж, конечно, это самое. Нет, ну я, ну все поймут, что я утрирую, но ты знаешь, не полная, нет. Глазки у нее уже видно, что ну низко. Я бы ей 70 дала, бы ж ей не дала. 85. И торгует, вот она продала так помидоры 2 килограмма за 300 рублей. Это ж хорошо. А тут большой вообще за 50. А там уже 2 маленьких. А, говорит, не хочу стоять. Это, прямо я удивилась. Не, я удивилась. Он люди умирают на 82-м, 81-м году. И полные такие. Хотя бы ту Мирошниченко взять. И это молодец. Вот что значит на своей земле. Садит помидорчики, садит цветочки, продает на базарчике. И дышит воздухом спокойно, и все нормально. Так вот. А говорят, что лазите в этих буквозю в грядках, это, мол, плохо для здоровья. Ничего не плохо, все нормально, понемножку. У кого какая, как говорится. Ух ты, как он на палках резво идет. Вот такая специализация, можно сказать. В городе себя чувствует на 100%, а кто в деревне, тут не скажешь. Огульно. Вот давайте все в деревню на грядки, не скажешь. Один на них умрет через 2 дня, а другой живет на них. Вот так вот. Все мы разные, организмы разные. Реакция на все у нас разная. Ну чем пойти в магазин взять вот эти китайские недоброкачественные продукты, если есть здоровье, лучше грядку свою завести. Но только не умирать на них. А так, приехал, в траве нашел огурчик, съел и поехал. А чё? Обязательно прям там ковыряться, чтобы прям чистота была. А между прочим, огурцы очень любят в траве расти. Им там и роса, и все, им хорошо. Надо выдирать их там, чтобы солнце палило. Ой, Эбас объехали. Вот. Ой, Господи, Божешки мои. Вот так вот мы сегодня хорошо с Наташей колесим. Все по делу, чух-чух, по списку. Без всякой фантазии. Это все.
все еще площадь, Наташа, все проспект. Площадь и проспект. Все проспект. У меня так и идет. Проспект Ленина. Едем. Славик, привет. Мы тебя с собой берем и едем. Говорит, я с вами проехался. Молодец. Вот он любит. По улицам, по дорожкам, по стежкам. Нравится. Вот это специфика просто. У кого чего. А кто говорит, что ты все эти церкви какие-то показываешь. А мы как едем, так мимо обязательно соборы или как. Ну, извините, что попадает, то и снимаю, пока еду, пока Наташа везет. Надо выбирать видео по себе, по своему вкусу, а не все подряд смотреть и ругаться. Не надо ругаться. Мне нравится, как хохлы гэкают. Я зачастую от них. Опа. Приехали. О, площадь Володарского. Володарский — это кто? Понятия не имею. О, парк. Парк какой? Это парк железнодорожников. Парк железнодорожников. Сегодня день железнодорожника, кстати. А, да ты чё? Да. Правда, что ли? А мы-то Дениса не поздравили. Вот что значит пенсионерка. Да, первое воскресенье августа — день железнодорожника. Сама там проработала 20 лет. Сын у меня железнодорожник. У меня мама немножко билетным кассиром работала на железной дороге в молодости. Еще билетики такие, помните, были маленькие, картонные. Так что... И дед на железной дороге работал, моего отца, отец. Там погиб он. Мишка, у нас династия, оказывается. Надо им позвонить, да поздравить. А я сегодня не открывала, никто ничего не это. Я сегодня ничего не смотрела, сразу стряпать. Как ничего не смотрела? Ну, ролик этот. Да, всякого-то. Потому что сел, мне объяснишь. Вокзальная! Центр, спиц, чего только нет. Технопоинт, поинт. Столько иностранных стало слов. Кэшбэк, я не могу, меня не могу. Ну, возврат, кэшбэк, ёшкин кот. Пока допеты, что такое кэшбэк. Конечно, они самого младшего уже, и это все в обиходе, а нам привыкать надо. Все вокзальная еще у нас идет? Да, вот перекресток с Дикопольцева заканчивается. Ага, перекресток будет. Даша шла по делам, и я сюда вот встала, не захотела в машине сидеть. О. Все торговые тут вывески всякие, растяжки. Кэри, Кари, Бристоль, товары для дома, Лера. У нас тоже Лера есть. Для детей, для детишек там все.
Вот сколько стоит. А. И напротив детей Ташка. Бедная. Тут же шумят. Ужас. Посередине хоть вот деревья немножечко. А так, ой-ё. Офигеть. О, песок. Наверное, будут ремонтировать что-то. О, песочек хороший, хороший. Мне бы в цветочки. Прям мелкий-мелкий, как пыль. Вот, стою. Встаем, ждем. Немножко сниму чуть-чуть. Так, что одно и то же снимать? Такое небо, ну жарко. Жарко. Вроде бы отоварились все, что нам надо. И домой, да, Наташа? Да, сейчас мороженого. Сейчас заморожим. Наташа хочет мне мороженого оставить, чтобы я тут ела мороженое. Мороженое ела. Бабушка в детстве вообще-то его ела, если разобраться. Я не... Ну, я люблю мороженое. У нее вкусное мороженое. Вкуснейшее. Вкусненькое. Комсомольский докомс, конечно, очень вкусный. Вот так вот. Ну да, натуральки, натуральки. Никакое тебе не сухое молоко, все натуральное. А у нас в Биробиджане не продают его, вот в чем дело. Один раз я видела там когда-то, но так, что постоянно оно не было, или разбирают, или... Но у нас оно дороже намного, чем здесь. Особенно вот в этом магазине. В Самбере тоже, Наташ, продают, да, его? Продают, да. Но оно дороже намного, да? Ну, дороже. Вот. Наверное, у нас, может быть, иногда и бывает в Самбере. Хотя я ни разу не видела. Или один раз вроде бы видела эти маленькие мальвину. Но они цена в два раза. Сейчас возьмем.